наше путешествие в новый мир, в мир будущего. Говорить об искусственном интеллекте, будем говорить о интернете вещей, будем говорить о новых голосовых возможностях, о 5G и так далее, Да? То есть мы инвестируем более миллиарда долларов в год в новые разработки в этой области. Там 30 лет назад мы ходили в библиотеку, мы читали книги. Сейчас ты открываешь свой смартфон, свой компьютер, планшет, и это твой основной источник информации. То, что мир тратит на безопасности, как объем рынка, уже сопоставим с рынком всех индивидуальных устройств. 4 миллиарда долларов стоит исправление взлома. Если берете большие компании, они где-то 4 миллиона долларов. 4 миллиона долларов – это не только техническая часть, это пиар, это маркетинг, это объяснение рынка, почему это случилось. Добрый день! Приветствую всех гостей Ленова форума. Рада быть с вами. Сегодня вы узнаете про меня много интересного. Люблю, когда про меня рассказывают. Спасибо, Алиса. Обязательно сегодня про тебя расскажу. Понимаешь, что у голоса, как у интерфейса, возможностей намного больше, чем у кнопочного интерфейса, например. Потому что вы можете сказать, приготовь мой любимый кофе. Слушай, я люблю эспрессо 55 миллилитров. Сделай мне, пожалуйста, именно это количество. Спасибо, друзья. Спасибо вам, Алиса.